Ну тебе там еще долго, а? Мелкий! Я как бы все понимаю, это пи-пи-пи, какая-то все по расписанию, но нам с города надо валить. Я тебе говорил, не кушать тот йогурт просроченный. Он уже как 3 недели в этом холодосе открытый лежал. Мелкий! А, да-да, ты давай еще рогатками из кустов постреляй, а? Ну давай, выходи, давай, подтирайся, штаны натягивай и сваливаем отсюда. Как бы маньяки, которые нам спину дышат с города, ждать нас не будут. Давай засандаливайся в машину и поехали. В следующий раз слушай своего батю, хоть как бы и приемного, но все же слушай. У меня-то уже есть хоть какой-то жизненный опыт. Когда я тебе говорю, не кушать 3-месячный уже йогурт, значит, так. Ядреный случай, я сейчас тебе чуть бочину не протаранил. Свалил вот это свою тарантайку на обочину отсюда. Ах, так ты там еще и дорогу перекрыл. Ёперный случай, убери тарантайку, мы с города валим, а ты тут эксперименты свои опять какие-то проводишь, ненормальный псих. Мой эксперимент скоро будет готов, скоро все заработает, скоро я совершу прорыв в науке. Прорыв в дурдоме ты совершишь, господи, честно, если бы мне не было так пофиг на тебя, как мне сейчас пофиг, я бы тебя реально сейчас бы взял и в дурку какую-то отвез. Тарантайку с дороги убери, мы с города сваливаем прям чё... Так, ладно, мелкий, выходи на улицу, будем разбираться сейчас. Через несколько минут пойдет дождь, а еще через несколько начнется сильная гроза. Мне нужно успеть все сделать до этого времени. Какой дождь, какая молния, ты вообще погоду на сегодня смотрел? Да ни одной тучки на небе даже нет, какая гроза! Тарантайку свалил отсюда, быстро и откры... Господи, мелкий, ему вообще без вот это пофигу по барабану, то, что мы с города должны сваливать. Ну чё ты тут чудишь-то, а? Ненормальный, ты смотри, он выстрелы здесь какие-то свои непонятные. Чё ты, ну... Рельсы прокладывает, а? Железнодорожные пути для поездов здесь, что ли, строишь или чё? Слушай, ты... У меня сейчас совершенно нет времени здесь с тобой сюсюкаться. Маньяки уже с города, наверное, сюда скоро придут и взорвут чертовой бабушке все это, что ты здесь настроил. У меня есть канистра с бензином, а у мелкого есть коробок спичек. Понимаешь, к чему я клоню, псих ненормальный? Помогите мне закончить эксперимент, и я вас пропущу. А почему я не могу просто все здесь облить бензином, все поджечь, и ты и так нас пропустишь, а? Подключите редстоун к генератору и запустите питание. Ладно, хорошо. Давай иди подготовь уже быстро свой эксперимент. Подключим мы тебе твой генератор к редстоуну и ко всему остальному. Я же говорю, ненормальный-то. Я когда первый раз его в жизни увидел в этом в доме маньяка, он, наверное, его купил и начал там эксперименты свои проводить. Я когда первый раз его увидел, сразу подумал, то, что он псих. А вот, кстати, генератор. Наверное, туда нам не нужно подключить этот редстоун. Ага, вот туда. Главное успеть это сделать как можно скорее, чтобы маньяки не успели прийти в эту деревню. Дождь. А он, кстати, только что говорил, что дождь пойдет и потом молния. Да я же смотрел погоду на сегодня, там не было никакого дождя и не было никакой молнии. Там же чистая, ясная погода была. А вот и сам генератор. Ну, вроде все работает, если я хорошо вижу, и вроде все запустилось. Так, мелкий, давай быстро побежали к тому вот этому ненормальному. А вот и молния, мелкий. Так, мы все подрубили, все запустили, все работает. Генератор вот это бегает туда-сюда. Редстоун свой обратно забирай и пропускай нас. Ты сказал то, что как только мы тебе поможем, ты нам нас пропустишь. Ага, ну вот именно. Давай, ломай свои баррикады быстро. Я все знаю, у меня все подсчитано и распланировано. Если у меня все получится, можете считать меня гением!
Вот в дурдом тебя заберут, там вот все остальные гении тебя тоже гением будут считать. Ага, а здесь снег идет. Тут дождь, а здесь снег. Ну, типичная вот эта погода в мире. Ну, давай тогда ты езжай, мы за тобой поехали. Давай, у нас нет времени совершенно. Я совершу путешествие во времени на минуту назад. Пожелайте мне удачи! Кого ты совершишь? Через 60 секунд в маяк на золотом портале ударит молния. Именно в этот момент откроется дыра в пространстве на временном континууме, которая позволит совершить мне прыжок во времени. Мелкий, от греха подальше и подальше от временного континуума прыжка, вот это... Сядь в нашу тарантайку, вот в сторону немножко ее вот это отвези, если тебе не сложно, я не хочу, чтобы он сейчас еще и машину нашу взорвал. Ненормальный. Какой прыжок во времени в пространстве на континууме к передаче? Че ты сейчас пернул? Вперед в прошлое! Ну, или назад в будущее! Вообще не важно! Поехали! Ну, если вдруг у тебя не получится, то дурка по тебе уже плачет. Ты как бы не переживай, но в любом случае желаю тебе удачи. Давай! Чё за фигня, мелкий? Господи! Ты в обморок упал, что просыпать? Мелкий, в подъем! Псих ненормальный в портал заехал и пропал вроде. Или меня потом так шантарахнуло, то, что я нифига не видел. Подожди. Он заехал сюда. Перед этим молния шандарахнула в этот маяк. Открылась какая-то фиолетовая жижа. Он внутрь заехал. Здесь вообще дорога как бы загорожена. И дальше он туда проехать не смог. И пропал у меня на глазах. Я сейчас вообще нифига не понял, я тебе честно скажу. Дорога открыта, почти иди сломай вот те баррикады, иди ломай их прямо сейчас, а я пойду заведу наш фургон и валим отсюда моменталь. Мелкий! А эта фигня здесь была? След какой-то огненный на дороге прям вот за этим всем находится. Этого же не было тогда, когда он заезжал. Опять эта фигня, господи, ничего не вижу. Че за Он поехал туда, там пропал и появился у меня за спиной. Мелкий опять в обморок упал. Если мелкий, ты за лечение мелкому будешь платить, он же ребенок, у него стресс на всю жизнь. Все получилось! Я отправился назад в будущее ровно на одну минуту. Все работает! Мелкий, жопу с холодного пола подними, пожалуйста, прямо сейчас. И подойди сюда ко мне на одну минутку к нашему фургончику. Псих ненормальный-то оказывается гений! И не зря нам судьба его подкинула прямо сейчас на пути из города. Мы же хотели из него уехать. Иди сюда, подойди сюда. Ты понимаешь, какие дела мы сейчас можем наворотить с этой машиной времени? Ну включи голову на секунду. Этот ученый изобрел машину времени, которая позволяет отправляться обратно времени. Понимаешь, куда мы можем сейчас отправиться обратно назад в будущее, в прошлое? Тупая ты башка, честное слово. Я ж тебе говорил то, что ты в школу ходить не будешь, а тупеешь 20 раз. Иди сюда. Президент! В тот день, когда на свободу выпустил всех маньяков,
Мы можем ему помешать это сделать с помощью вот этой вот машины времени! Спасти Степку! Спасти Генку! Спасти Маргариту Степановну и всех наших друзей, которых прямо сейчас кокнули маньяки в городе! Понимаешь? Конечно, понимаешь, мелкий. Это же идеальный план спасти весь сезон жизни ютубера и не уезжать из города. Иди сюда, мелкий. Это... этот безумный ученый. А чисто гипотетически. А мы можем с мелким прямо сейчас помочь тебе в твоем эксперименте, а? Нам тоже бы не помешало сейчас отправиться назад в будущее прошлое примерно на месяц назад. Ну, чисто гипотетически, теоретически вы сможете это сделать. Вот и отлично, вот и отлично. Тогда давайте всю эту фигню на исходную позицию перетаскивай машину сюда, безумный ученый. Ты, мелкий, помогай мне тушить вот этот пожар. Прямо сейчас так к жопу себе, главное, не подожги. Назад в прошлое тогда отправляемся, мелкий. Топлива осталось немного. Вам хватит только на путешествие в одну сторону. Ага, а как обратно нам потом вернуться? Не, мы отправимся в одну сторону, предотвратим некие события, вот это предупредим президента, и потом надо вернуться обратно. Когда ты меняешь прошлое, как бы меняется и будущее получается. Поэтому Степа снова будет жить, Гена снова будет жить, и все остальные тоже будут живы, а маньяки будут в тюрьме. Как нам обратно-то потом вернуться? Найдете там топливо, заправите машину и вернетесь обратно так же, как отправились туда. Найдете топливо, заправите машину, обратно отправитесь. Все понял. Ну что, мелкий, у нас с тобой всего лишь одна попытка предотвратить все это, то, что произошло в последних сериях. Спасти всех наших друзей, вернуться в прошлое и потом обратно в будущее. Садись давай, мелкий. Через 20 секунд молния снова ударит в маяк на золотом портале, и вы снова сможете отправиться назад в будущее. 15, 14, 13, 12, и мне кажется, мелкий, то, что, наверное, уже можно выезжать. Все, ученый быстро с дороги свалил! Погнали назад в будущее! Ничего не вижу! Да, вылезай! У нас получилось или не получилось, мелкий? Дождя больше нет. Молнии тоже больше нет. Машины нет, машина уехала туда, безумного ученого нет, нашей машины тоже нет, опять огненный след за нами. И где мы с тобой очутились-то, а? А почему дом Ванчоса полностью разрушенный? Так, иди за мной, туши, туши прямо сейчас и иди сюда. Так, если все хорошо сработало... Бревно на дороге валяется. Подожди, если все хорошо сработало, это значит то, что мы с тобой оказались в 22 сентября, или президент выпустил маньяков на свободу 23 сентября. А у нас в машине было запрограммировано 22 сентября за день до этого происшествия, чтобы предотвратить то, что сделал, перепрыгивай, то, что сделал президент. А что за фигня произошла с твоей школой, мелкий? Почему вертолет в окне застрял? Клиника Елены Ветрянкиной! Да что за фигня здесь произошла? Слушай, мелкий, а мы точно с тобой отправились в 22 сентября 2020 года? Потому что мне что-то кажется, что это совершенно не 2020. Мелкий, мы с тобой не в прошлое,
А походу в будущее отправились.